Хотелось бы проинформировать жителей города Одессы о том, что с 18 мая этого года юридический департамент предоставляет услуги по регистрации бизнеса в отношении физических лиц предпринимателей в онлайн-режиме. А именно, на уровне города Киева была внедрена реализация пилотного проекта по предоставлению услуг в сфере регистрации через электронные сервисы. И юридическому департаменту было предложено государственным предприятиям национальной информационной системы заключить договор о сотрудничестве и также принять участие в реализации данного пилотного проекта. Город Одесса стал вторым городом в Украине, который принимает участие в реализации данного проекта. Суть заключается в том, что на сегодняшний день граждане, физические лица, имеющие желание зарегистрировать себя в качестве предпринимателя, могут не приходить к регистратору и предоставлять соответствующие документы, подавать заявление для получения данной услуги, а могут получить эту услугу от регистраторов юридического департамента Одесского городского совета в онлайн-режиме. А именно, для этого лицам необходимо зайти на сайт онлайн-дома юстиции и по ссылке, указанной на данном сайте, зарегистрироваться в персональном кабинете и подать документы для проведения регистрационных действий в онлайн-режиме. Для этого физическим лицам необходимо иметь, соответственно, персональный кабинет, который они получают при регистрации на данном сайте, и электронную идентификацию необходимо использовать с помощью электронной подписи. Предоставление данных услуг является бесплатным. Это такие услуги, как регистрация физического лица предпринимателя, регистрация, включение сведений о физическом лице предпринимателя в реестр, а также регистрация прекращения предпринимательской деятельности физического лица предпринимателя. В дальнейшем планируется расширить сферу предоставляемых услуг в онлайн-режиме и также внедрить предоставление услуг в онлайн-режиме для юридических лиц, а именно регистрация юридических лиц, изменение сведений о юридическом лице и прекращение сведений о юридическом лице. На сегодняшний день уже с 18 мая функционирует такая услуга и регистрация в онлайн-режиме, поэтому все желающие могут воспользоваться данной услугой бесплатно.